повсюду капли, дома мы сидим весь день. Что бы мы там ни озябли, но играть нам дома лень. Дождь пройдет и выйдет солнце, снова можно нам гулять. Будем петь и веселиться, будем вместе мы играть. Дождик, дождик, уходи, ждет нас солнце впереди. Дождик, дождик, уходи, ждет нас солнце впереди. Дело мы себе найдем, например, поможем маме и печенье испечем. Мы печенье очень любим, с чаем или с молоком. Сами сделаем печенье, угостим им целый дом. Дождик, дождик, уходи, ждет нас солнце впереди. Порядок, беспорядок. Ну что, спокойной ночи, мои дорогие. Щекотно, мамочка. А, и мне щекотно. Так, детки, закрываем глазки. Вам нужно выспаться и набраться сил перед лунопарком. Мы уже спим. Так, не баловаться, спать. Ты спишь? Нет, а ты? И я не сплю. Что-то жарко. Ага. Наверное, круто в лунопарке. Да, хочу на карусель. А я буду кататься на горке много раз. Нет, я больше буду. Нет, я больше. Ну хорошо, оба будем. А я буду прыгать на батуте до самого неба. Знаешь, как высоко. Нет, я буду выше тебя. А я зато буду много раз прыгать. Зато я выше. Вот так. Нет, я. Ко, а давай вместе будем прыгать. А я залезу на самую высокую горку. Эй! Я царь горы. А я царь под горой. Скорее б завтра наступило, чтобы солнышко светило. Мы возьмем с собой рюкзак и помчимся в лунопарк. Вверх ракетой как взлечу. Ну а я как подскочу. Прыгну тут же на батут. Изменю я свой маршрут. Сяду тут же в карусель. Как же счастлив теперь! Скорее завтра наступило, чтобы солнышко светило. Я съем в лунопарке все хот-доги. А я всю сахарную вату. А она хоть с колбасой? Дети, доброе утро. Умываемся, завтракаем и... Ой, какой беспорядок. А почему вы не на кроватях? Почему вы на полу? Вы что, спите? Так, нужно посоветоваться с доктором котом. Мур-мяу. Доктор кот слушает. Доктор кот, здравствуйте. Мои дети до сих пор спят. Как? До сих пор спят? Да, и даже не хотят в лунопарк. Мур-мяу, мур-мяу, мур-мяу. Возможно, это сонная болезнь. Срочно вылетаем. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем.
инопланетным больным помогаем! Мурмяу! А я так хотел покататься на карусели. И я. Получается, мы заболели? Нет, вы здоровы. Температура 36,6. Ой. Дети, а что вы делали ночью? Ждали завтра. Играли, рисовали. Вот вам и ответ. Они просто не выспались. Ребята, запомните, что ночь для сна, а день для веселья и игр. Да, да, мы усвоили урок. Теперь ночью будем спать, а днем играть и рисовать. Мурмяу. Благодарны мы коту за заботу, доброту. Ах, мурлыши, будьте здоровы. Мурмяу. Я мистер полицейский, я изучал кунг-фу. Медали за отвагу храню в своем шкафу. Имею в арсенале я острый нюх и слух. Поймаю хулигана, а лучше сразу двух. Нюх! Двух! Yeah! Учу я преступление, на помощь я лечу. Любого негодяя моментом проучу. И если в космосе беда, то полицейский тут как тут. При входе я кричу «Киа!» Злодеи сразу убегут, убегут. Собака полицейский, космический патруль. Звоните в 112, я всех спасу от пуль. Бесстрашие и смелость со мною постоянно. Смотрел я в детстве фильмы с участием Джеки Чана. Опасности, невзгоды нам больше не страшны. И жители галактик со мной защищены. И если в космосе беда, то полицейский тут как тут. При входе я кричу «Киа!» Злодеи сразу убегут. Говорительная идея. Машина едет, би-би-би, все с дороги уходи. Эй, привет, Пин-Пин. О, привет, Ко. Пин-Пин, у меня веселая пинательная идея. Пинательная идея? Это как? Смотри. И оп. Ха. А? И о, здорово. Смотри! И... Ой! Ой, что случилось, Ко? Ножку ушибла. Надо маме сказать. Да ладно! У меня же есть вторая ножка, а эта сама пройдет. А как же ты будешь играть в мяч? Смотри! И... Оп! Ой! Дети, с мячом идите играть на улицу. Мама, Ко пинала мяч... Пин-пин! Ты водишь. О, ща догоню. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и десять, и одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ого! Вот это да. Вот здорово. Лови, Ко. Оп. И аут. Ну давай. Да! Ого! Во! Вот это да! Как здорово! Ко, а почему мячик так летает? Это же космический мяч! Смотри, как я могу! И-я!
ты! Сейчас мячик в космос улетит! Ого! Разбегайся! Сейчас еще сильнее будет. Смотри! Ой-ой-ой! Пин-пин, я не могу встать! Мама! Мама! Что случилось? Дети? Ко, почему ты лежишь? У Ко ножка болит! Мам, она и раньше болела, но я забыла сказать тебе. Ой-ой-ой. Надо срочно звонить космическому доктору Коту. Ага. Мурмяу. Алло, это космический доктор Кот. Алло, доктор Кот. Да, это я. Что у вас случилось? Срочно прилетайте. У Ко ножка. Понятно. Мурмяу, вылетаю. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, я наклеил тебе лечебный космопластырь. И скоро тебе станет лучше. Все, можно играть в мяч? Пока нет. Если бы ты сразу сказала маме про ножку, тогда бы мы быстрее ее вылечили. Ну да. А теперь тебе нужно полежать в кровати пару дней, чтобы выздороветь. Ой, а у меня новая говорительная идея. Говорительная идея? Это как? Если что-нибудь заболит, я сразу скажу об этом маме. Мяу. Здорово! Я тоже буду говорить маме. Мяу. Молодцы, мурлыши. До свидания. И будьте здоровы. Мур-мяу. Спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, космический доктор Кот. Всех приветствую, друзья. Сегодня с вами разберем, что делать, если вдруг беда. Об этом песенку споем. Если заболел дружок, помни, ты не одинок. Чтобы вызвать доктора, звони 112. Добрый доктор вмиг придет, всем поможет, всех спасет. Куда же мы звоним, друзья, по номеру 112? Если в парке ты гулял воскресный вечерок, и папу вдруг ты потерял, звони скорее нам, дружок. Полицейский вмиг придет, всем поможет, всех найдет. Куда же мы звоним, друзья, по номеру 112? Заметил ты на дереве кота, мяучит он, не может слезть, звони 112. И спасатель вмиг придет, всем поможет, всех спасет. Куда же мы звоним, друзья, по номеру 112? Если видишь, хулиганы обижают малыша, не теряйся и звони по номеру 112. Полицейский вмиг придет, всем поможет, всех спасет. Куда же мы звоним, друзья, по номеру 112? Если вдруг ты позабыл после песенки такой, какой спасенье номер был, скорее с нами пой. Номер тот совсем простой, а ну скорее с нами спой. Куда же мы звоним, друзья, по номеру 112?
куда же мы звоним, друзья, по номеру 112. Колючий футбол. Давай! Давай, догоняй! Да, вперед, давай, влево! Давай, догоняем! Ага! Поймал! Полетели играть! Ага, отлично! Давай, бросай, я готов! Да, давай! Готов? Так, эть! Опа! Ага. Дыщ. И опа. Опа. Давай пупырчато еще раз. Сейчас точно забью красный. Давай. Ого. Улетел. Улетел. Давай беги за мячом. А почему я? Так ты же не поймал. Так ты сам мимо ударил. Но... Ну ладно, пошли вместе. Так, эй, зеленый, ты кто? Как зовут тебя, э? Эй, зеленый, мяч верни. Ну хорошо, я сам возьму. Ай-яй-яй, ой. Ты чё кусаешься? Так, ты чего это раскусался тут? Кусаться это не круто! Ай-яй, это совсем нечестно. Отдай мяч, сказали! Ну чего молчишь? Чё молчишь? Ах так, всё молчишь! Ну, вообще... Красный, за мной, пошли, у меня есть идея! И памс! Привет, Пинтин, одолжи клюшку! А зачем? Есть идея! Какая? Мячика доставательная, ага. И клюшкой отнимательная. О, как интересно. Пошли. Пошли. Так, ага. Давай. Ой. Ого. А что с ним? Так. Он плохо выглядит. Он что, заболел? Папа! Папа! Добрый день. Что случилось? Это зеленый! Он забрал наши вещи! Ага, и покусал нас! Ну и мячик! Да! И мячик заболел. Он не заболел. Это же кактус. У него колючки. Вот мячик и сдулся. Сейчас... Ого! Ого! Круто! Папочка. Вот это да! Надо просто аккуратно. Оп! Просто надо играть аккуратно. Держи. Ого! Папа! Ага. Гол! Есть растения колючки. Только тронешь сразу ай. Хоть они немного злючки, их за это не ругай. В колючку не суйте ручку. В колючку не суйте ручку. В колючку не суйте ручку. Чтобы мы попали в космос, нужно сильно загудеть. Мой друг, сейчас ракета, так давай же громко петь. Полетели на Луну.
отправиться. Нужно на планету сесть. А для этого, дружочек, нужно громко вместе спеть. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, это наш ракетный рык. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, мы садимся в тот же миг. На-на-на-на-на-на, все сюда скорей, друзья. На-на-на-на-на-на, прилунились мы, ура! Подмигает добрый кот, в гости нас скорей зовет. Лапку нам свою дает, а как мурлычет доктор кот. Мур-мур-мур-мур-мур-мур, всем привет и всем бонжур. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, в гости всех давно вас ждал. Прилетели вы, друзья, и этому я очень рад. Будем мы сейчас гулять, день здоровья отмечать. У-у-у, прилетели на Луну. Видим желтую луну. Что же за планета-то? Это домик доктора кота. Тра-та-та-та-та-та, домик доктора кота. Тра-та-та-та-та-та, домик доктора кота. Тра-та-та-та-та-та, домик доктора кота. Это домик доктора кота. Приключенческий характер. Зарядка. Ну давай вместе. Давай вместе. Красный, не мешай. Я замышляю очень веселую шалость. Чего? Ага, мы позвоним космическому доктору коту и скажем, что у меня болит рука. Гениально. Но у тебя же не болит рука. Вот именно, мы его обманем. Алло, ракета космического доктора кота. Что у вас случилось? Ой-ой-ой, прилетайте поскорее сюда. У меня рука болит. Немедленно вылетаем. Звонил хулиган Пупырчатый, сказал ой-ой-ой и что у него болит рука. Ай-яй-яй-яй, он не сказал, что случилось? Нет, он сказал ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это серьезно, Зео. Мы немедленно вылетаем. Мурмяу. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Красота, красота, обманули мы кота. А что мы ему скажем, когда он прилетит? Не знаю, я об этом еще не думал. А почему ты спрашиваешь? Ну, я вижу, как он идет сюда. Красный, прячемся. Ау, ау. Зео, никого нет. А мы точно прилетели в правильное место? Конечно. Пупырчатый так и сказал. Прилетайте сюда. Мне кажется, этот хулиган Пупырчатый нас обманул. Да, какая-то неприятная ситуация. Ой-ой, тихо. Док, полетели, нам сегодня еще много кому нужно помочь. Мяу. Здорово мы его провели. Здорово получилось. Ай-ай-ай. Ай, моя нога. О, ты ушибся? Зачем? Случайно. Мне нужен космический доктор кот. Алло. Пупырчатый, ногу ушиб. Вы опять шалите? Мы сегодня уже были там и никого. Пупырчатый. Ай. Нет, они говорят, что не приедут, говорят, что шалим. Ай. Ой-ой-ой, моя бедная нога, дай мне телефон. Ну. Мурмяу. Простите нас, мы вас обманули, а я ногу взаправду ушиб. Приезжайте скорее. Куда? Сюда! Ну вот.
Теперь лучше? Ой, да, лучше, спасибо и простите нас. Ой. Я вас давно простил. В следующий раз будь аккуратнее с радостными прыжками. И запомните, если у вас ничего не болит, не нужно звонить доктору. Звоните только, когда вам действительно нужна помощь. Гениально! Если ничего не болит, не нужно звонить доктору. Ну все, до свидания и будьте здоровы. До свидания! Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем, инопланетным больным помогаем. Мурмяу. В галактическом пространстве всех избавит от забот, от болезней и недугов добрый доктор Суперкот. Пролетев миллион галактик, сядет в белый космолет. Хватив свой чемоданчик, добрый доктор Суперкот. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур, мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур, мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Если вдруг нужна вам помощь, если вдруг у вас беда, набирай по телефону номер доктора Кота. А какой у него номер, спросите меня, друзья. Номер это очень легкий, жми 1, 1 и 2. Ваш вмиг порядок наведет. Он всегда добра на страже, прилетит и всех спасет. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Наш любимый доктор Кот. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мяу-мур-мур-мур-мур-мур. Наш любимый доктор Кот. Важно знать. Не-не. Давай, 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 с разгоном. И раз, и два, и бах! Ой! Давай еще раз сильнее! И раз, два, три! Давай, 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 бах! Пырчик не работает! Надо его как-то по-другому лопать! Знаю! Нам надо залезть повыше и прыгнуть на этот шар! И если мы прыгнем сверху, он наверняка лопнет. А что вы тут делаете? Лопаем воздушный шар. Здорово, Пин-Пин. Сейчас как бабахнет. Смотри. Давай. Раз, два. Прыгай. И бах. И бах. Не получается. Ой. Да, не получается. Надо что-то лопательное принести. Пин-Пин, а ты что там стоишь? Иди сюда. Ага. Постражишь нас шар? Ага. Иду. Ага. Да ты что, он упустит наш шар? Не упущу, честное слово, честное-пречестное. Держи, держи крепко. Ага. Вот так. Все, давай, мы мигом, Пин-Пин. Какой красивый шарик. О, привет, Ко! Привет, Пин-Пин, а ты куда? Тут так красиво! Ого! Я на шарике лечу, на планеты я гляжу. Как же тут красиво кругом! У-ху! Мам! Мам! Я тоже хочу воздушный шар! Пин-Пин улетел! И я тоже хочу! Как улетел? Куда улетел? Немедленно звоним собаке-полицейскому. Собака-полицейский слушает. У меня сын на воздушном шаре в космос улетел. Да. Дайте мне понюхать его любую вещь.
След взял. Опа. О, привет. А ты чего планету мою трясешь? Я случайно. Я домой хочу. Лети. А я не знаю куда. Давай помогу. Ты кто? Я Пин-Пин. Откуда? Из дома. Адрес свой знаешь? Не-а. А маму с папой как зовут, знаешь? Да, мама и папа. Раз не знаешь адреса и имен родителей, придется тебе остаться здесь, со мной. Как здесь? Не, я здесь не хочу, я домой хочу. Прячься! Уаф! Кия! О, Пин-Пин, я тебя нашел! Летим-ка домой! Как здорово! Ура! А то я совсем потерялся! Ох, Пин-Пин, ну почему ты не отпустил воздушный шар? Но я же дал честное слово, что его не отпущу. Ах, спасибо, что вы его нашли. Да, спасибо вам большое. Собака-полицейский, вов, всегда рад помочь, вов. Зай свой адрес, имя и фамилию, а также как родителей зовут. Даже если вдруг ты потерялся, то тебя всегда домой вернут. Вов! Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А ну-ка, друзья, тарара, тарара. Сколько ножек у меня, па-па-пам, па-па-пам. Одна красивая нога, и вот вторая, посмотри. Вот третья прибежала к нам, четвертая помашет вам. Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А ну-ка рискни, тарара, тарара. Еще 4 назови, па-па-па-па-па-па-пам. Вот пятая нога бежит, шестая всех вас рассмешит. Седьмая пляшет, ча-ча-ча. А вот восьмая у меня. Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А ну-ка взгляни, тарара, тарара. Сколько глазок назови, па-па-па-па-па-пам. Вот глазик левый у меня, вот глазик правый у меня. Всего их вместе будет 2. А сколько глазок у тебя? Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. А еще есть рот, тарара, тарара. Который хочет бутерброд, па-па-па-па-па-пам. Один лишь рот есть у меня, и носик, кстати, тоже есть. Один красивый, классный нос, но вовсе я не альбатрос. А кто же, друзья, все вместе? Я осьминог, тарара, тарара. У меня 8 ног, тарара, тарара. Спасибо, друзья, тарара, тарара. Всех люблю очень я, па-па-па-па-па-па-па. Не играй на дороге. Прыжок, прыжок, веселей, дружок. Ого. Это. Снижаемся. Так. Снижаемся. А ну в сторону, малышня. Ой-ой-ой-ой. Дуйте домой, теперь здесь будем играть мы. Вон какой мяч мы стащили. Эй, осторожнее с космоциклом! Пупырчатый, а где нам тогда играть? А мы вон там поиграем. Стойте! На дороге играть нельзя. Совсем при совсем. А нам все можно, потому что мы крутые. Пошли, пошли, крутые-прикрутые.
А мы что делать будем? В догонялки играть. Ты водишь. Сейчас тебя догоню. На, давай. Хулиганам быть удобно. Можно делать что угодно. Пупырчатый, там кто-то едет. Опа, не трамвай, а объедет. Точно, а вдруг не объедет, а? Ой, ой, кто-то на дороге. Эй, ты куда? Эй, с дороги, сворачиваю. Ничего себе! Ему плохо! Да нет, со мной все в порядке, я успел спрыгнуть с самоката. Да я не про вас, моему любимому космоциклу плохо. Красный, звони доктору Коту. Красный, зачем? Наш космоцикл заболел, пусть он его вылечит. А, точно. Алло. Мурмяу, доктор Кот слушает. Приезжайте скорее, у нас космоцикл заболел. А разве космоцикл может заболеть? Мы играли на дороге, нас стали объезжать и врезались прямо в него. А еще кто-нибудь пострадал? Да только космоцикл. У него люлька отвалилась. Вези пластырь. Приклеивать будем. Давайте, мы вас очень ждем. Хорошо, я все понял, ждите. Гав, что случилось, доктор Кот? Мурмяу, авария. К счастью, никто не пострадал. О, вызов принят! Кия, я уже тут! А где доктор Кот? Вас не нужно лечить, вас нужно воспитывать, поэтому тут и я, Кия! Ого! Каждый с детства должен знать, что на дороге опасно играть. Это правило надо всем соблюдать, иначе можно пострадать. Хорошо, что столкновение удалось вам избежать, а не то бы вам в больнице пришлось бы долго-долго полежать. Вов. Не хочу в больницу, там скучно, там шалить не разрешают. Мы больше не будем играть на дороге. Честно-причестно! Ага. Молодцы, Кав. А чей мячик? Красный. Бежим! Побежали! А ну-ка, стойте, хулиганы! Кия! Вот это приключение! А я пойду домой и расскажу еще раз детям, что играть на дороге опасно. А я живу на зеленой планете, и самый вкусный милкшейк у меня. Я самый добрый микроб на свете, но, к сожалению, нет друзей у меня. Привет, я хотел с тобой подружиться, в веселой компании друзей скорее очутиться, в космическое путешествие вместе пуститься. В общем, хотелось скорее с тобой подружиться. Wow.
не дружат хорошие дети. Я верю, что скоро друзей я найду. Пойду попрошу об этом я ту звезду. Привет, я хочу с тобой подружиться и в веселой компании друзей скорее очутиться. В космическое путешествие вместе пуститься. В общем, хотелось скорее с тобой подружиться. Пузырчатая ситуация. Давай, 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 давай. Садись. О, ага. О, красный, смотри, бассейн. Чур, я первый купаюсь. Кто нашел, тот и первый. Ой, какие вы грязные. Потому что вы занимались грязными делишками. Да, мы были на планете грязи. А сейчас будем в бассейне. Вы же его испачкаете. Не волнуйся, красный стащил шампунь на планете шампуней. Та-дам! Та-дам! Это взрослый шампунь, а вам нужен детский. Да мы крутые, будем взрослым мыться. Ага. О. Смотри. Вот так. Смотри, как крутые купаются. Класс. Смотри, сколько пены. Ага, сейчас купнемся. Ой, мои глаза. Ай, вылезай, красный. Вылезай, пупырчатый. Ай, ой, глаза щипли. Я ничего не вижу. Ой, ой, ой. У меня пена в глазах. Я ничего не вижу. Ой. Скорее звоните космическому доктору Коту. Ага, красный, звони. Звоню, звоню. Алло. Доктор Кот, скорее приезжайте. Доктор Кот? Я не доктор Кот. А кто ты? Я микроб. Микроб, а ты что там делаешь? Алло, я тут живу. Ты живешь у космического доктора Кота? Алло, нет, вы домой мне позвонили просто. Да мы просто не видим ничего, шампунь в глаза попал. Красный. Давай я помогу. Ага. Мурмяу? Ну что там? Ну как? Мурмяу, доктор Кот слушает. Что случилось? У нас глаза щиплет. Может, в них попала грязь? Да нет, там грязи. Мы их с шампунем помыли. С шампунем? Глаза? Ой-ой. Да, и теперь почему-то щиплет. Вылетаю к вам немедленно. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Фу. Я промыл вам глаза чистой водичкой. Спасибо. Сейчас полегчает. Спасибо, спасибо, больше не щиплет. Щиплет. Мыться любят взрослые и дети. Мыться любят все на свете. Чтобы чистенькими быть, нужно грязь себя всю смыть. Мыться должен каждый. Каждый. Это очень важно. 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 Чтобы не быть грязнулей, есть мыло и шампуни. Есть шампуни для детей, дети любят их сильней. И для взрослых существуют, с ними дети не балуют. Детские не щиплют глазки, ими мойся без опаски. Взял шампунь другой, лучше глазки ты закрой. Закрой! Спасибо, космический доктор Кот. Да, ага. Спасибо, космический доктор Кот. Ага. Мурлыши, до свидания. Ух ты, смотри, какие вы чистые. И глазки не щипят. Теперь мы можем снова полететь на планету грязи. А зачем? Пин-пин, ну чтобы снова испачкаться. Раньше мы были грязными, и второй раз испачкаться не могли. Ага. А-а-а.